Торя военной спецоперации погибнет из Нанёль Мьян Жемляк, Сыктывкар еще рядовой яс Игорь Олегович Александров да Павел Валерьевич Жимин. Молдын район еще ефрейтор Михаил Николаевич Богданов, удора еще рядовой Денис Владимирович Гордеев. Игорь Александров служит и слующищен, Павел Жимин был разведчиком, Михаил Богданов минометный взводен старший наводчиком, Денис Гордеев лыщан ротан старший снайперен. Коми республика Саюрал еще кошок боючлен Матысаяскады.